Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Из-за карантина не должна пострадать экономика региона, так считает губернатор Игорь Васильев. В нашем эфире накануне он заявил, что, вводя ограничительные меры на работу и передвижение людей, власти думают и об экономике. Здесь очень важны безопасные регламенты, которые сейчас отрабатываются на предприятиях непрерывного цикла, и экономические связи между регионами. Простой пример. Кировская область – избыточный регион по молоку. Мы производим очень большое количество молока, которое поставляем в другие регионы. Это продукт питания, без которого все становится. Тем более сейчас. Как можно закрываться в этих условиях? Нужно работать безопасно. Задача здоровья номер один, задача экономики не менее важна, и здесь все должны понимать, что и правительство Кировской области, и правительство Российской Федерации работает над этим вопросом. Губернатор пообещал принять исчерпывающие меры по поддержке экономики, какие возможны на уровне региона, и провести переговоры с федеральным правительством о поддержке предпринимателей. Программа «Экономика». Из-за нерабочей недели сдвинуты сроки подачи отчетности. Соответствующие изменения в налоговый кодекс одобрила Госдума. Согласно им, если последний день срока подачи налоговой или бухгалтерской отчетности приходится на день, признаваемый в соответствии с указом президента нерабочим, то окончательным сроком считается ближайший за ним рабочий день. Таким образом, подать декларацию и бухгалтерскую отчетность за 2019 год можно до 6 апреля 2020. Налоговая сейчас работает дистанционно. Подать документы можно, воспользовавшись личными кабинетами на сайте ФНС России. Можно также отправить документы в электронном виде, заверив их квалифицированной электронно-цифровой подписью. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Ремонт офиса или дома – дорогостоящее начинание, которое хочется сделать так, чтобы помещение стало удобным, комфортным и надолго. Однако сталкиваться с низким качеством выполненных работ или явными нарушениями норм приходится многим. К этому может привести отсутствие проектных решений или несоблюдение технологий при производстве работ. Чтобы обнаружить дефекты до расчетов со строителями при возведении дома, приемке квартиры в новом доме или при ремонте уже имеющейся, пригласите экспертов. Специалисты компании «Экскон» помогут выявить любые несоответствия строительным нормам и проекту, определят, как их устранить и сколько это будет стоить, а также сформулируют заключение при подготовке к судебному разбирательству. «Экскон» – это также оценка технические и товаровические экспертизы. Компания работает на рынке больше 20 лет. Карла Липкнехта, 13, телефон горячей линии 73-50-50. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 77.73, курс евро по-прежнему 85.74. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.